В своих письмах, которые вы адресуете на адрес нашей электронной почты, а также в мессенджерах Telegram и Viber, вы задаете вопросы, на которые мы отвечаем уже в выпусках The Ring Show. В этот раз вы просите объяснить термины оппонент, джорнимен, слагер или решер. Ну и так давайте разбираться вместе. Оппонент в прямом переводе означает соперник, но в боксе оппонент – это боксер весьма низкого уровня квалификации, не несущий опасности своими ударами, а его рекорд давно ушел в минус. Оппонент обычно выставляется против начинающих боксеров или служит быстрой заменой в поединках, которые он берет на коротком уведомлении. Стоят услуги оппонентов недорого, но оппонент зарабатывает благодаря большому количеству поединков. В плюсах у оппонента умение выживать и проходить бой с минимальными травмами для себя. Джорнимен – опытный и мастеровитый боец, который, увы, нестабилен в ринге. То есть он может победить чемпиона мира и проиграть дебютанту. Бой против джорнимена может превратиться для его соперника в экзамен на выносливость, стойкость, умение доказать свое превосходство над уступающим в классе соперником. Проспект. Таковым считают боксера в возрасте до 25 лет, имеющим в своем рекорде максимум одно поражение. Контендер – боец, претендующий на проведение боя за титул чемпиона мира. Если говорить о стилях ведения боя, то они имеют такие названия. Сформер или инфайтер – стиль, при котором боксер предпочитает ведение боя на близкой дистанции, нанеся подряд несколько комбинаций ударов, состоящих в основном из хуков и апперкотов. Инфайтеры быстры, агрессивны, стремительны. Благодаря мощному удару они могут представлять серьезную угрозу для своих соперников. Однако сформеры рискуют попасть под удары противника раньше, прежде чем им удастся подойти поближе и начать свои атакующие действия. Большинство сформеров имеют невысокий рост, что дает им возможность прогибаться в талии при защите и делать уклоны. Отличительные качества сформера – взрывной характер, умение держать удар, выносливость, агрессивность, большая сила удара. Слагер или браулер – это стиль, при котором боксер предпочитает нанесение свингов, оверхендов, переходя к боковым и апперкотам. Слагеры всегда идут вперед с расчетом нанести мощный одиночный удар, которым способен отправить соперника в нокаут. Однако слагеру чаще всего не хватает хитрости и хорошей работы ног. Слагеры обычно не очень подвижны, поэтому испытывают трудности в боях с теми соперниками, которые быстро перемещаются по рингу. Медлительность и предсказуемость часто оставляют слагеров открытыми для встречных ударов противника. Тем не менее, слагеры обладают выносливостью, хорошей физической силой, умеют устоять при атаке соперника и в нужный момент нанести сокрушительный удар. Аутфайтер – стиль, при котором боксер предпочитает вести бой на дальней дистанции. Аутфайтер, по сути, является противоположностью сформера. Он, базируясь на легком и быстром передвижении по рингу, обычно стремится к постоянному сохранению дальней дистанции. А при попытках противника прорвать защиту и войти в ближний бой, аутфайтер всегда старается удлинить дистанцию и остановить противника встречными ударами. Аутфайтерами обычно бывают высокие длиннорукие боксеры, обладающие большой быстротой и подвижностью. Аутфайтеры обычно выигрывают поединки по пунктом, а не нокаутами, хотя были и обратные случаи. Боксеры данного стиля должны обладать быстрой скоростью удара, отличной реакцией и хорошо двигаться на ногах. Ну и теперь, я надеюсь, в вашем лексиконе добавится пару слов, которыми вы можете козырять, понимая их истинный смысл.